Ого! Сегодня загрузил трак, завтра выезд. Ну, как бы, я не очень рад, но работа есть работа. 4 дня отдохнул. Вот. Это наш ярд. Здесь я загрузил все эти 7 машин. И как уже 4-й рейс подряд они идут в Хьюстон и в Даллас. А там уже по обстановке посмотрим, что куда, кого что. Вот, завтра ранний выезд, поэтому поеду сейчас что-нибудь пообедаю или поужинаю и куплю что-нибудь себе в дорогу, обедов каких-то. Потому что не было возможности ничего приготовить. Наварил себе гречки. Но на этом и все закончилось. Ситуация, и очень часто такое бывает, 99% наверное. Вот авария с левой стороны, то есть ограждена двумя этими большими бордюрами, а пробка у нас вот как. Это потому что люди вот останавливаются, снимают, смотрят, чтобы потом об этом поговорить или как-то рассказать. Ну вот серьезно, почему мы все еле двигаемся? Ну понятно, здесь авария, да. Ну блин. Ребят, нельзя так зевать. Приехал на Манхейм, Даллас. Заберу 2 машины. В этот раз буду возвращаться с 6. Обычно 7. Так и будет пикап большой. Он занимает много места, поэтому 7-я машина не влезет. Все это придется спускать. Ставить вот туда вот этот пикап. И здесь, как всегда, кто-то в кого-то въехал. Это не первый раз. Пару месяцев назад тоже была авария здесь. Просто люди сумасшедшие, гоняют как могут. 2012 Dodge Charger. Навигатор показывает здесь. Наверное, вот. 0507. Номер 14-51-80. Да, это она. Вот старье. С
цены выросли на машины, на перевозки с времен этого коронавируса. Такая вот потрепанная, ну, наверное, еще ездит. Сейчас попробуем, заведем. Такое у него состояние, конечно. Надо будет чистить. Ну, давайте, нормально. Нам главное, чтобы завелась. Вот. Все. Ее отгоняем к траку и идем за пикапом. Снега вообще сломана. У нас это такое вот чудо американское. Много ездит. Или, наверное, ездит, чтобы много не ходить. Вот так вот тоже бывает. Сколько? 200 килограмм? Шевроле какой интересный. Есть любители таких классических авто. Парковка. Это аукцион целых машин. Пока они целые, пока они дойдут до хозяина, короче, все испортят. Ищем белый RM45. Вот это он. Наверное, навигатор показывает он. Блять, как такую байду возить? Я такое никогда не возил. Я даже не представляю, как его грузить. Ой, каждый рейс что-то новое вылазит. Как будто бы испытывают. 10-31-01. Да, это мой. Лучше бы этот вез. Я сейчас на него смотрю и думаю, как его грузить. Мы сейчас подвезем его к прицепу и посмотрим, что можно сделать будет. Наверное, огромный. Можно на него еще машину поставить. Ладно, будем что, как-то грузить. Вот так все это выглядит. Все, я выгрузил, что у меня было на прицепе. И заново перезагрузил. Заняло это мне 2 часа. Эта штука просто расстояние, вообще колеса висят. Обычно машину загоняю вот сюда. И здесь как бы пол колеса чуть-чуть больше только наедет. Поэтому не хочу рисковать, чтобы оно не слетело. Здесь по-другому не смог перецепить. Что-то новое придумал. Ну, короче, все. Теперь в сторону Филадельфии едем. 1500 миль. Вот я увидел. Там отломано и чего-то нет. Вот. Все. Путь дорогу. Очередная поломка. Не доехал немного отдать этот пикап. Как бы можно было ехать, но порвался ремень генератора, поэтому темнеет сейчас скоро, и без света не поедешь, со светом не доедешь. Вот, кондиционер не работает, на улице жара. Так что купил 2 ремня, приехал на дилерскую, слава богу, ребята согласились помочь. Хотя они уже закрываются, скоро 2 ремня, 70 баксов. Здесь ремень один порван, тот тоже сразу поменяется. 2 ремня, не знаю, что за работу возьмут, но будем стоять и ждать, другого выбора нет.
посмотрим, через сколько мы отсюда сможем выбраться. Все, работу закончил. Теперь я расскажу вам о своем опыте вчера в дилерской. Приехал часов в 7, выехал оттуда в начало 11-го. Как говорил, заплатил за ремни $70. В итоге они подходят и говорят, мы тебе бесплатно поменяем. Почему нет? В любом случае, в начало 11-го я уехал. Потом поехал отвозить этот большой трак. На пикап белый скинул его, и там остался, переночевал, еще один отдал чарджер, и все, я на ярде. Вот, он приехал, открыл капот, и опять этот ремень, короче, надорванный, и придется, наверное, его опять менять, это уже хозяин поменяет, босс, поэтому мое дело предупредить. Вот, сегодня, наверное, я загружусь, чтобы потом все готово было для отъезда. Вот и все, закончился мой очередной трип, как говорят американцы.